Распаковка источника бесперебойного питания Logic Power 490 Вт. Хорошо, весь кабель. И есть, собственно говоря, сам источник бесперебойного питания. Передняя панель. Две розетки для подключения. Это ценно. Как минимум можно подключить монитор и системный блок. И родной кабель, чтобы сразу же вставить в розетку 220 вольт. Проведем эксперименты. Возьмем 220 вольт, подключим, что-то там внутри щелкнуло, нажмем включение, пикнуло, но не светится, нажмем включение подольше, ага, загорелась лампочка по центру. Нормально, режим работы. Для примера включим какую-нибудь лампочку. В качестве нагрузки. Так, лампочка работает. Светится, как она и должна работать. Ну и попробуем выключить электропитание, имитируя ситуацию, когда в доме отключили свет. Электропитание отключено, лампочка продолжает светиться, 220 вольт. И пошли предупредительные сигналы о том, что начался разряд блока. К примеру, через некоторое время электропитание в доме восстановилось. Гудение в блоке затихло, блок вышел на основной режим. Дежурного электропитания. Надеюсь, что мощности этого аппарата хватит для того, чтобы противопостоять кратковременному отключению электропитания в доме, для того, чтобы не останавливать системный блок и видеть картинку на мониторе. Но, очевидно, туда же надо будет включить еще и роутер, чтобы не пропадал интернет. Отлично, всем удачи!